Приветствую вас, друзья! Как вы наверняка знаете, я являюсь активным криптоинвестором. Постоянно вкладываюсь в различные фармилки, покупаю токены на распродажах и торгую на биржах. И ввиду обилия проектов, которыми я постоянно пользуюсь, я стараюсь все время оптимизировать свои инвестиции с помощью различных сторонних инструментов, чтобы тратить меньше времени и нервов при отслеживании своих вложений и заключении сделок. И ранее на своем канале я уже рассказывал про несколько подобных сервисов, которые облегчают жизнь инвестора, например, такие как WalletNow или SCV Finance. И в сегодняшнем видео я хотел бы поделиться с вами приложением, которое сделает легче жизнь любого криптовалютного трейдера. Данное приложение называется BuyCrypt. В данный момент оно находится на стадии бета-версии, но его уже можно скачать на свой iOS или Android смартфон. BuyCrypt позволяет вам торговать сразу на множестве криптобирж из одного места, при этом используя максимально удобный интерфейс. Например, моей основной биржей является Binance, но я лишь в крайних случаях захожу в их мобильное приложение, потому что в нем напихано столько функций и все они расположены так неудобно, что пользоваться приложением становится практически невозможно. Но впервые скачав BuyCrypt, я сразу почувствовал разницу. Видно, что разработчики проекта шарят за особенность мобильного трейдинга и создавали свое приложение, концентрируясь именно на интерфейсах смартфонов. Все кнопки расположены там, где надо, все важные функции открываются в одно-два касания. Никакая лишняя информация не прикрывает обзор и так далее. Словами это не передать. Вам нужно самим скачать BuyCrypt и попробовать поторговать днем, чтобы понять. И еще не считая того, что команда очень сильно запаривается над оптимизацией своего приложения, понимая, насколько это важно для трейдеров. Поэтому даже сейчас, несмотря на то, что BuyCrypt еще находится в бете, я за несколько часов использования данного приложения не заметил никаких багов или торможений. Помимо этого, BuyCrypt отличает и наличие нескольких крайне удобных дополнительных возможностей. Например, тут есть кнопка Panic Sale, которая позволяет мгновенно выйти в стейблкоины. Также удобно оптимизирована и торговля фьючерсами. Можно моментально менять их направление с лонга на шорт или одновременно выходить без убыток по всем позициям сразу. При этом важно понимать, что BuyCrypt – это именно сторонний терминал, а не самостоятельная биржа. Тут вы можете подключать свою любимую биржу и торговать с использованием ее пар и ликвидности, а не подстраиваться под ассортимент BuyCrypt. В данный момент торговых платформ для интеграции доступно 4 – Binance, HitBTC, OKEx и Coinbase. Но это потому, что приложение находится в бета-версии. В будущем же команда обещает добавить все самые популярные криптобиржи. А если вас смущает вопрос безопасности, то у BuyCrypt с этим все реализовано довольно круто. Вам не нужно вносить свои средства на баланс BuyCrypt или указывать свой пароль от биржи. Достаточно лишь привязать нужную биржу при помощи API ключа. Причем почти у всех бирж для таких ключей можно настраивать уровни доступа. Поэтому вы можете просто в настройках API выставить возможность просматривать активы и заключать ордера, но запретить через данный ключ выводить ваши активы. И тогда приложение BuyCrypt также при желании не сможет своровать ваши средства. Или же можно просто привязать к BuyCrypt все свои биржи по API в режиме просмотра, и тогда у вас получится удобное средство для мониторинга ваших активов в одном месте. И вам не придется каждый раз авторизоваться во множестве аккаунтов. Тем более, что у приложения BuyCrypt, в отличие от приложения многих криптобирж, имеется функция настраиваемых уведомлений. То есть вы можете сами выбирать активы, которые вас интересуют, задать нужные вам уровни цен и множество других параметров, чтобы получить только самые важные оповещения и не видеть токены спама на экране своего смартфона. Возможно, многие сейчас подумают, что BuyCrypt это прям идеальное такое приложение, и в этом должен быть какой-то подвох. Но мне кажется, что дело в том, что BuyCrypt еще не вышел в окончательный релиз, поэтому все его функции можно использовать бесплатно. А в будущем оно, скорее всего, станет платным. Так что успевайте бесплатно протестировать BuyCrypt, пока у вас есть такая возможность.
Ссылку на скачивание приложения я оставлю в описании под этим видео. А если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы найдете баг, то с этим вам поможет телеграм-чат бета-тестеров ByCrypt, ссылку на который я тоже оставлю под этим видео. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.